уникальное предложение только сегодняшнего дня. Это ободок от бренда Artrade. Самая выгодная покупка сегодня за 1299 рублей. Дозванивайтесь уже сейчас, потому что количество ограничено. У нас с вами универсальный размер, подходит на любой абсолютно размер головы. Здесь у нас с вами очень удобная застежка велькро. Вот здесь он застегивается, вот здесь он фиксируется. И это уникальное предложение. Цена действует только сегодня, 43% ваша экономия. Но я рада, что сегодня представляет этот ободок, этот главный товар дня, Светлана Криско, которая является постоянным экспертом от бренда Artrade. Мы прекрасно это с вами знаем, ее и помним. Также хочу напомнить, да, что Светлана Криско является арт-терапевтом, психофизиологом, почетным доктором наук Российской академии естествознания, советником, то есть Российской академии наук естествознания. Она закончила Оксфордский университет. Светлана сегодня и вообще всегда, в принципе, рассказывает нам о том, как микросферы влияют на наше здоровье и как они меняют нашу жизнь. Светлана, расскажите, пожалуйста, о нашей повязке, кому мы ее рекомендуем. Да, с удовольствием. Эта повязка, несмотря на то, что она маленькая, очень выгодно ее купить, она не очень большие деньги стоит, но она совершенно уникальна, потому что вы ее одеваете на голову. А одевая эту повязку на голову, получается, что ваше собственное излучение, попадая сюда, в эти микросферы, возвращается обратно и начинает насыщать вашу шишковидную железу вот светом, который мы с вами излучаем. А шишковидная железа очень в этом нуждается. И я должна сказать, это одно из последних научных открытий, о которых сейчас только начинают говорить. Буквально секрет скрыт вот в этой шишковидной железе, которая находится в середине у нас в мозге. А шишковидная железа, кстати, напоминает глаз, то есть она в форме глаза. И говорят, что это как бы исчезнувший из глаз за ненадобностью, но на самом деле это не так. Он как был нужен, так и остался нам нужен. Так вот, эта шишковидная железа в виде вот этого глаза, она располагается, что интересно, так, что опускается как бы взгляд внутрь нас, то есть вдоль позвоночника к сердцу сюда. И получается, что если мы смотрим, вот, например, наши глаза смотрят, мы все видим, да? Дальше глаза наши направляют туда, в шишковидную железу, проекцию. Шишковидная железа проецирует сюда, в центр вашей, где находится сердце, вилочковая железа. И получается такая связь шишковидной железы, сердца и наших глаз. Так вот, я вам должна сказать, вот это одно из последних открытий, что мир мы видим не благодаря тому, что он здесь есть, а благодаря тому, что проецирует наше сердце. Оказывается, наше сердце – это самый сильный кровотворный орган, то есть там очень много крови, очень много кровяных телец. Ученые открыли, когда был открыт темнопольный микроскоп, открыли, что каждая клеточка нашего тела, каждая кровеносная вот как бы клеточка светится, то есть там есть искорки света, почему мы теплые, греем пространство. И вот этот свет вот здесь находится в самом большом количестве, потому что здесь у нас находится сердце. Угу. И фактически мы проецируем через эту шишковидную железу в виде глаза, проецируем через глаза вот этот мир. То есть мы видим то, что проецируем из сердца. И я вам должна сказать, в одной из научных книг о золотом сечении я прочитала, что наши глаза излучают столько тепла, что нужно зажечь 3 миллиона свечей. И я вам рассказывала об этом часто, но у меня так и не состыковывалась эта связь. Но откуда этот жар из глаз? Да, да, да. Вы понимаете, вот я каждый раз вам об этом рассказывала и сама думала, но откуда он именно из глаз? А вот теперь все стало ясно. Совсем недавно я прослушала эту лекцию одного из ученых,
И он сказал о том, что этот жар – это вот наше сердце, кровотворный орган, который здесь находится. В огромном количестве вот этих кровяных телец, вот этого светящегося пространства, это вообще пространство творения. Кто увлекается практиками, тот знает. Я как психолог очень часто погружала людей в сердце, в это место творения, то есть волшебство. И если люди погружались туда, мы там материализовали в этом физическом мире любые мечты. Так вот, из сердца в шишковидную железу и сюда, вот этот свет. Когда вы одеваете ободок, что происходит? Вот шишковидная железа, мало того, что она отсюда получает этот свет, она вдобавок еще получает свет от вашего ободка, потому что он возвращает излучение ваше обратно. А шишковидная железа, в лекции говорится, очень нуждается в свете, именно в достаточном количестве света. Его она получает недостаточно. А когда она получает его достаточно, то тогда шишковидная железа включает внутри мозга такие процессы, как выделение гормонов. И гормон, например, такой, как вазопрессин. А вазопрессин делает жидкую клетку, то есть влажную клетку. А очень важно, чтобы наши клетки были влажные, вы понимаете. Тогда не сохнет мозг, да, не сохнут стенки сосудов. Да? И у нас происходит оживление нашего мозга. Вот, вот откуда, когда я пошла и сделала томограмму, у меня был мозг, как у грудного ребенка. Именно поэтому. Вот то есть показатели. Хотите иметь такой мозг, покупайте эти ободки. Именно ободок, да, потому что все-таки ближе всего, да, у нас с вами здесь голова, здесь у нас сосуды, у нас мозг здесь, друзья. И мы его можем носить долго, даже не только ночью, а днем в нем ходить. Днем и ночью, да, и это, кстати, удобно. И таким образом усиливать процесс. Друзья, напомню, что это самая выгодная покупка сегодня в течение дня на телеканале Shop & Show, 1299 рублей. Ну и мы помним с вами, да, что приобретая этот ободок, мы его в любое место с вами можем крепить, да, прикладывать, и микросферы будут работать. Дозванивайтесь прямо сейчас, срока годности не имеет.